Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства актуальны для подавляющего большинства российских граждан. На сегодняшний день область жилищных правоотношений является самой проблемной. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства – это тема нашей программы «Прокурор в теме». Гость в студии Сергей Георгиевич Григорьев, исполняющий обязанности прокурора промышленного района города Самары, советник юстиции. Добрый день. Здравствуйте. Что сделано прокуратурой района за истекший период 2023 года как раз в целях обеспечения законности? В соответствии с федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации, прокурор в целях защиты нарушенных прав граждан, общества, государства вправе принять такие меры прокурорского реагирования, как протест, предостережение, постановление о возбуждении дела административного правонарушения и представление. В истекшем периоде 2023 года прокуратура района выявлено 4811 нарушений федерального законодательства, в целях устранения которых принесено 543 протеста на незаконно-правовые акты, нормативно-правовые акты, 204 исковых заявления, это восстановление трудовых прав, социальных прав граждан в сфере ЖКХ, ну это в том числе, я говорю, наиболее актуально, где больше всего нарушений, 630 представлений об устранении нарушений законодательства, это здравоохранение, жилищно-коммунального хозяйства в том числе. 184 лица привлечено к административной ответственности, и 39 лиц предостережено о недопустимости нарушения требований законодательства федерального. Кроме того, в ходе проведенных прокуратурой района проверок 29 материалов с признаками о возможном наличии уголовно наказуемых деяний направлены в следственные органы. По результатам проведения процессуальных проверок возбуждены уголовные дела. Наверняка вы ведете статистику. Скажите, пожалуйста, а вот вообще идет тенденция на спад или на увеличение нарушений? И хотелось бы знать, в какой области их происходит больше всего. К сожалению, вынужден констатировать, что количество нарушений, выявляемых из года в год, неуклонно растет. Более 2000 нарушений федерального законодательства выявлено именно в защите прав несовершеннолетних, трудовых прав, жилищно-коммунального хозяйства. Эти вопросы наиболее актуальными и наиболее тщательно подвергаются проверке и меры прокурорского реагирования. Расскажите, почему выбор ваш пал именно на профессию прокурора? Как давно вы работаете в прокуратуре и какие дела для себя вы считаете и выбрали в работе приоритетными? Работать в органах прокуратуры я решил еще, учась в школе, защиту прав, свобод граждан, общества, государства. Эта тема была для меня всегда интересной, я хотел в ней реализоваться. Ну, в этой связи поступил на юридический факультет. Окончив ее, пошел на службу в органы прокуратуры. Работаю с марта 2011 года. Мое приоритетное направление – это надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства. Ну и, естественно, в случае взаимозаменяемости надзор за исполнение федерального законодательства. За что вы уважаете свою работу? Я уважаю свою работу за то, что мы помогаем гражданам. Мы восстанавливаем их права как путем подачи исковых заявлений в суд, путем внесения актов прокурорского реагирования с постановкой вопроса о привлечении лиц к ответственности и устранении нарушения на досудебном порядке. И в ответ от граждан мы видим позитивные эмоции. И даже были такие моменты, когда говорили спасибо за восстановление наших прав. Да, ну естественно, когда какой-то орган компетентный помогает в решении проблемы, естественно, нужно сказать слова благодарности. По каким вопросам поступают обращения граждан чаще всего и какое направление деятельности все-таки является приоритетным? Наибольшее количество обращений у нас поступает, связано с нарушением трудовых прав, по защите прав несовершеннолетних, социальных прав граждан, это престарелые, инвалиды, а также жилищно-коммунального хозяйства. Ну а так у нас все направления приоритетны. Мы в любом направлении деятельности максимально пытаемся принять меры, комплекс мер прокурорского реагирования в целях восстановления нарушенных прав граждан. Скажите, а когда к вам граждане обращаются, вы же ведь ведете с ними предварительную какую-то беседу. Сейчас прокуратура – это первая инстанция, в которую обращаются люди, когда есть
зафиксированное нарушение права, либо все-таки сначала, может быть, какие-то правоохранительные, контролирующие органы и в последнюю очередь прокуратура. Вот насколько прокуратура сейчас, органы прокуратуры популярны по обращениям среди населения, вот если с обратной стороны все-таки взглянуть? Очень интересный вопрос. Я считаю, что прокуратура промышленного района и в целом органы прокуратуры делают все возможное для того, чтобы максимально вызвать доверие у граждан, у населения, как орган, который защитит и восстановит их нарушенные права. Но в законодательстве нет четкой градации, как вы пояснили, что необходимо обратиться сначала в одни контролирующие органы, только потом в прокуратуру. Нет, человек, если считает необходимым, может обратиться и в надзорные, контролирующие органы, в правоохранительные органы. И уже в соответствии с компетенцией и как раз принимается решение. Но, естественно, есть такие вопросы, которые прокуратура лишь надзирает, а сама проверки не проводит. Это правоохранительный вопрос. То есть вопросы возбуждения уголовных дел – это все-таки больше юрисдикция правоохранительных органов. А вот, например, соблюдение трудовых прав граждан или жилищно-коммунального хозяйства – это уже совместное ведение. Это может быть и специально контролирующий орган, например, это Государственная жилищная инспекция по Самарской области, так и прокуратура района. А вот здесь давайте еще поясним, пожалуйста, это будет ценная информация для наших уважаемых телезрителей, с какими вопросами точно не стоит обращаться в прокуратуру. Ну, я считаю, таких вопросов нету. Я считаю, что по всем вопросам, когда граждане считают, что их права нарушены, всегда необходимо обращаться в органы прокуратуры. Мы всегда дадим исчерпывающий ответ, максимально поясним, по каким причинам мы можем зачастую не первой начать какую-то проверку, а необходима, например, проверка предварительной стороны государственных контролирующих органов. Хорошо. Сергей Георгиевич, расскажите подробнее, с какими вопросами в сфере ЖКХ обращаются жители района. И поясните, пожалуйста, вот есть ли какая-то сезонность в этих обращениях? Ну, если, допустим, начало отопительного сезона, то это лето. Если, допустим, зима, то это вопросы гололедицы, очистки крыш и так далее и тому подобное. Либо все-таки это происходит циклично, круглогодично и сезонности нет? Ну, необходимо отметить, что вот у нас в истекшем периоде поступило более 18% обращений связанных именно по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Выявлено было 900 нарушений законодательства. Вопросы ЖКХ, они являются предметом постоянных проверок, но, как вы правильно заметили, что бывают и сезонные некоторые вопросы. То есть сезонность вопросов обусловлена именно необходимостью дополнительного разъяснения тех или иных аспектов. Ну вот если вы затронули тему подготовки к отопительным сезонам, туда действительно вот сейчас, в летний период, огромное количество обращений связано с разъяснением законодательством либо проведением проверок о причинах отключения горячего водоснабжения. Мы поясняем, что проводятся гидравлические испытания. Люди зачастую просят разъяснить, какой же срок проведения данных гидравлических испытаний, когда они закончатся. То есть мы, соответственно, разъясняем о том, что у нас есть соответствующий график, у нас есть гарантирующий поставщик в лице ПАО Т-Плюс, который в летний период, в соответствии с графиком отключения, проводит данные испытания в целях выявления возможных дефектов трубопроводов, чтобы как раз в осенне-зимний период у нас все функционировало исправно. С 1 марта 2021 года в соответствии с требованием СанПин уже отсутствует нормативный срок проведения данных испытаний. Он уже законодательством не предусмотрен, но мы данную ситуацию мониторим, постоянно контролируем. И соответствующим действующим графиком все эти работы должны быть выполнены Т-плюсом до сентября текущего года. Вы знаете, а меня вот удивляют лично такие обращения граждан именно в органы прокуратуры с выяснением графиков отключения горячей воды. Но ведь есть же управляющие компании, есть горячие линии, по которым можно дозвониться и узнать всю исчерпывающую информацию. Аварийные службы, опять же, никто не исключал. Но ведь дополнительное бремя вашей работе это доставляет. Либо все-таки вы отрабатываете и эти обращения граждан? Конечно, мы отрабатываем и эти обращения граждан, и это наша обязанность дополнительно информировать, разъяснять гражданам соблюдение норм законодательства. Кроме того, граждане иногда не просто за разъяснением обращаются, а считают, что их право нарушено. А это уже прямая наша компетенция – проводить проверки,
том числе даже начисление тарифов. То есть зачастую люди указывают о том, что им не произведен перерасчет за фактически не полученные ресурсы по горячему водоснабжению. Угу. Мы также затребуем все платежные средства, начисления, даем этому всему оценку. Очень редкие случаи, когда гарантирующий поставщик не производит перерасчет. В основном они делают это самостоятельно. Скажите, а вы отрабатываете коллективные обращения граждан? Допустим, когда старшие по домам собирают какие-то коллективные заявки среди жителей многоквартирного дома и обращаются от имени, там, ну, скажем, 20-30 человек. Или даже вот одно частное нарушение и уже попадает в поле зрения прокуратуры? Обрабатываем мы все обращения, как коллективные, так и индивидуальные. Зачастую один гражданин может сообщить больше, чем коллектив, только потому, что он поглощен данным вопросом, заинтересован, проанализировал даже, возможно, законодательство. Зачастую даже бывают некоторые дебаты, ну, я условно так говорю, потому что граждане приводят иногда юридические нормы, которые зачастую трактуют по-своему. И мы, соответственно, разъясняем, исходя из действующей, в том числе судебной практики. И индивидуальные коллективные обращения, они могут свидетельствовать о допущенных нарушениях и, соответственно, требующих прокурорского вмешательства. Зимний период не за горами. И также хочу спросить, это также сфера ЖКХ. Каким образом прокуратура района борется в зимний период с обращениями жителей по наличию сосулек на домах, наличию снега около подъездов, ну и, конечно, около придомовых территорий? Ну, вы очень точно подметили. Действительно, вот эти обращения, они носят достаточно системный характер. Именно вот очистка, особенно в период обильного снегопада, обильного падения осадков, именно очистки кровель, придомовых территорий, улично-дорожной инфраструктуры. Необходимо отметить, что и средства массовой информации, по которой он анализирует, в случае, если необходимо, даже по данной информации проводится соответствующая проверка. Кроме того, прокурором района ежегодно сдается распоряжение, в соответствии с которым за каждым работником прокуратуры промышленного района закрепляется территория района, в ходе которой работник мониторит. Это делается в период обильного падения осадков, когда наиболее часто можно зафиксировать нарушения именно по временным регламентам, которые не соблюдают управляющей компании как раз по уборке и очистке от наледи от снега. Ну, мы с вами медленно, но верно переходим к административной ответственности. Скажите, пожалуйста, за какие виды нарушений прокуратуры и района применяется вот как раз практика привлечения к административной ответственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о чем мы с вами сегодня говорим? Ну, если в продолжение темы, вот как раз по зимнему периоду, то наиболее часто прокуратура промышленного района привлекает управляющие компании по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. То есть за осуществление предпринимательской деятельности по управлению квартирным домом с нарушением требований лицензии. Всего в зимний период прокуратура промышленного района было возбуждено 7 таких дел административных правонарушений. Судом они были все рассмотрены, удовлетворены, и в отношении виновных должностных лиц вынесена такая мера административного наказания, как предупреждение. Но вместе с тем данная санкция предусматривает также и денежное взыскание. Это на должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 3 лет. На юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей. Кроме того, если допускается подобное нарушение товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, товарищ собственников недвижимости, то их уже привлекает к административной ответственности по статье 7.22 Кодекса административных правонарушений. Здесь санкция уже достаточно мягкая по сравнению с предыдущей, то есть это на должностных лиц денежное взыскание от 4 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 40 до 50 тысяч рублей. Ну да, в начале нашей дискуссии вы как раз и упомянули о том, что прокуратура рассматривает обращения жителей по некачественному предоставлению коммунальных услуг. Я прошу рассказать вас все-таки поподробнее об этом, чтобы для наших телезрителей был, ну, какой-то пример.
Ну, смотрите, кроме того, Кодексом административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена административная ответственность статьей 19.7. Это не предоставление или не своевременное предоставление информации в государственный орган, осуществляющий государственный контроль. Но если предмет на жилищно-коммунального хозяйства, это государственная жилищная инспекция по Самарской области. То есть нам государственная инспекция данная сообщает о том, что какая-то управляющая компания либо управляющая организация не представила сведения, мы проводим соответствующие проверки и при наличии оснований решаем вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности по данной норме. Заодно сразу поясню, что санкция предусматривает наказание на должностных лиц от 300 до 500 рублей, штраф на юридических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. Ну, а можно сразу здесь приводить примеры, но вот за что конкретно могут быть взяты такие штрафы? Да, конечно. Вот, например, вот, в истекшем периоде текущего года мы провели проверку прокуратуры промышленного района по информации Государственной жилищной инспекции Самарской области о том, что председатель правления товарищества собственников недвижимости представил недостоверные сведения о размере средств, поступающих на в качестве взносов на капитальный ремонт. Соответственно, по результатам проведенной проверки было возбуждено дело о административном правонарушении по статье 19.7 и направлено в мировой суд. Мировой судья рассмотрел и привлек данное лицо к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, предусмотрена еще ответственность по части 2 статьи 13.19.2 Кодекса административных правонарушений. Это когда вот управляющая компания, я в целом говорю, это общее название, не предоставляет сведения, которые подлежат предоставлению, в том числе о денежных начислениях для сбора на капитальный ремонт, по расходованию данных денежных средств, на государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. То есть они обязаны это делать, они обязаны делать ежеквартально. Соответственно, органы прокуратуры также мониторят направление соответствующей информации, либо ее ненаправление. И в последующем также решает вопрос о возбуждении соответствующих административных дел. Скажите, а что может стать поводом для проверки управляющей компании? Ну, к примеру, к вам приходят жители многоквартирного дома, которые обслуживают управляющая компания данная, к примеру, да? И, ну, вот жители считают то, что нарушает она права жителей этого же многоквартирного дома. Что может послужить причины проверки прокурорского надзора? Сам факт обращения уже является достаточным и исчерпывающим поводом для проведения проверки, дачи соответствующей оценки именно комплексного подхода. Уже по видам наказания, если по видам мер прокурорского реагирования, мы уже решаем, исходя из объема допущенных нарушений. Если возможно ограничиться путем внесения таких мер реагирования, как представление, то есть это когда мы указываем о допущенном нарушении, направляем в адрес руководителя организации, и он нерадивого сотрудника привлекает к ответственности, может даже и к дисциплинарной ответственности. И вместе с тем нарушения устраняются. Но если это будет недостаточно, то мы уже обращаемся и в том числе путем возбуждения административных дел в суд. А те управляющие компании, которые попали к вам на контроль и в адрес которых было уже вынесено какое-то представление или прокурорская проверка, они у вас стоят, ну, как-то на особом счету, то есть они уже на слуху, жители обращаются, проверки были проведены, выявлены были нарушения, и если повторно, третично обращаются люди, что вот нарушает эта управляющая компания, какие меры вообще, в принципе, вы можете предпринять? Да, действительно, устранение допущенных нарушений, именно фактическое устранение допущенных нарушений, находится на контроле прокурора района лично. Действительно, по каждому внесенному акту реагирования должны быть приняты такие меры, чтобы не допустить подобных нарушений впредь. В случае, если все-таки они вновь допускают какие-либо нарушения, также решается вопрос о возбуждении дела о административных правонарушениях, и как раз вот санкции статьи уже предусматривает более суровый. То есть, к примеру, если при первоначальном проверке лицо ограничивалось лишь предупреждением, то в последующем может быть денежное взыскание. И уже более суровое денежное взыскание. Именно должностное лицо.
Если на должностное лицо не подействовало, тогда уже возбуждается дело административного правонарушения на юридическое лицо, потому что уже в целом юридическое лицо не принимает каких-то мер. То есть это не как конкретное виновное лицо, безответственное, а в целом юридическое лицо не хочет исполнить свои обязанности. Но такие случаи, они крайне редки. Да. Ну, а потом каждый год же проводится рейтинг управляющей компании. Я думаю, что у вас такие данные и цифры также имеются, и вы знаете, кто лидер, а кто аутсайдер. Да, такие сведения нам известны. Продолжаем разговор. Расскажите, как реализуются национальные проекты на территории района, как раз вот в сфере жилищно-коммунального законодательства. Расскажите, пожалуйста. Ну, всем известно, что указом президента Российской Федерации определены цели и задачи по улучшению качества жизни населения Российской Федерации. В том числе вот на территории Самарской области, естественно, промышленный район города Самары, существует национальный проект «Жилье и городская среда». Угу. То есть смысл это заключается в том, что активные граждане как раз указывают на те территории, на те придомовые территории, какие-то квартальные проезды, которые подлежат улучшению. Это создание новых детских площадок, проведение их ремонту, качественному ремонту, повышение уличной освещенности данных объектов. И, соответственно, в администрации района, также на нашем муниципальном уровне, принята соответствующая нормативно-правовая база. Мы, соответственно, мониторим данные все обращения. И в случае их поступления, они, естественно, поступают, потому что промышленный район достаточно большой район. У нас 1550 многоквартирных домов. Очень активное население и, естественно, очень много дворовых территорий, которые подлежат улучшению, реконструкции, благоустройству, так сказать. Мы мониторим и смотрим, чтобы, безусловно, администрация района в совокупности с иными контролирующими органами соблюдали права данных граждан и принимали меры в рамках данных программ и приводили все в соответствие. А вот летом были несколько территорий, которые подлежали реконструкции. Мы, естественно, выезжали на место, визуально все это даже осматривали и давали оценку. Ну да, я знаю, что национальные проекты, они вообще в принципе под пристальным вниманием власти находятся. Ну а если говорить о промышленном районе, Данила Викторович Морозов, я знаю, что работаете в тесном контакте и лично приезжаете на объекты, смотрите, особенно когда наверняка они сдаются. И здесь же можно будет и пообщаться с жителями и узнать какие-то проблемные вопросы, которые у них накопились. Совершенно верно. Вот 31 августа текущего года у нас завершается работа по 6 дворовым территориям. Угу. Соответственно, 31 августа мы приедем, посмотрим, дадим всему этому оценку. И последний вопрос на сегодня. Что делать гражданину, который считает, что его дом не пригоден для проживания, представляет угрозу для жильцов и должен был снесен? Скажите, куда обратиться, в каком порядке прийти в прокуратуру? Расскажите. Если гражданин считает, что его дом не пригоден для дальнейшего проживания, ему может быть представлено жилье из маневренного фонда, он пишет соответствующее заявление. В случае, если все-таки не создает жизни угрозы безопасности проживания и еще возможно проживать, то он с соответствующим заявлением обращается в органы муниципальной власти, ну, начинается первый шаг, соответственно, представляет полный пакет документов. То есть это право собственности, это документы, подтверждающие право собственности, технический паспорт, кадастровый паспорт, плюс комиссия, соответственно, администрация промышленного района выходит на место, дает этому оценку, пишет соответствующее заключение, и уже в последующем встает гражданин в очередь на предоставление жилья. Ну, то есть тоже эти вопросы под острым зрением прокуратуры? Безусловно. Жилищно-коммунального, жилищное законодательство, жилищно-коммунальное хозяйство под пристальным вопросом ввиду их острой социальной направленности. Да. И, безусловно, мы мониторим, чтобы нарушенные права восстанавливались граждан. Ну что же, спасибо большое за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели «Прокурор в теме» и наверняка знаете, что в прокуратуру по вопросам ЖКХ обращаться стоит. Вам помогут. Всего хорошего. До свидания.